волонтерство – это безвозмездная помощь тем, кто в ней нуждается. Это реальные дела, которые делают нашу жизнь добрее и интереснее. Меня зовут Махмудова Светлана. Я являюсь руководителем волонтерского движения МГТУ «По зову сердца», которое включает в себя самых социально активных студентов нашего вуза и, кроме того, является прекрасной площадкой для развития лидерских и творческих способностей. Для меня волонтерство – это возможность набрать социальный опыт и приобрести рекомендации для дальнейшего карьерного роста. Волонтеры получают дополнительные знания, общение с новыми людьми, полезные знакомства. Благодаря волонтерству я могу попробовать себя в разных сферах деятельности, а также определиться с выбором жизненного пути. Я волонтер, потому что для меня это возможность интересно использовать и провести время, и всегда быть в центре событий. Моя работа не останется незамеченной. Все заносится в мою личную волонтерскую книжку. Я знаю, это поможет мне в будущем трудоустройстве. Волонтерство – это прямой путь к высокооплачиваемой работе. От работы на чемпионатах и форумах ты можешь зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Волонтерская деятельность – это отличная площадка для саморазвития. Если ты тоже хочешь заниматься волонтерской деятельностью, то мы ждем именно тебя.